праздник для беженцев. Розы девочкам и женщинам из Украины. Волонтеры из штаба «Мы рядом» сегодня побывали там, где приют нашли те, кто приехал к нам за миром. Здравствуйте! Поздравляю вас с 8 марта! Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, добрых вам эмоций, самых лучших вам пожеланий. С букетами роз, с этажа на этаж, из комнаты в комнату. Волонтеры штаба «Мы рядом» поздравляют украинских женщин с 8 марта. Нет, это для меня полная неожиданность. Я еще даже не умылась. Тирасполь супер. Просто я могу сказать, город-побратим встретили нас здесь. Настолько душевно, настолько... Ну, это потрясло до глубины души. Люди на улицах, в магазинах, каких-то лечебных учреждениях. Но это действительно, это многого стоит. В профилактории Тиротекс, как и в других местах по всему Приднестровью, много женщин из Украины. Цветы и добрые слова нашлись для каждой. Настоящего детского счастья. Маленькой Самире 3 года. Приехала в Тирасполь из Одессы вместе с мамой и братом. Раньше 8 марта цветы дарил только папа. 8 марта, Самира. Как дела? Как настроение? Нормально. Нормально. Нравятся цветочки? А вот за полуторагодовалую Мию пока благодарит мама Алена. Неожиданный и приятный сюрприз. Если честно, вообще нет, не ожидали. Спасибо большое, очень приятно. Она благодарна, я перевожу. Питание у нас обалденное, супер обалденное. Тепло, шикарно. И огромное спасибо от земли до неба. Большое, это самое, от Белгород-Днестровска, Одесская область. Волонтерам рады. Мамы задают бытовые вопросы. Например, как устроить детей в школу или детский сад. Бывают разные ситуации, когда мы вручаем розочку, поздравляем. У нас поступают вопросы, как, допустим, чтобы ребеночка устроить в какую-то детскую секцию, в детский сад, в школу. Как добраться с одного места в другое место. Вот такие вот бытовые вопросы. Где-то что-то мы еще оказываем и гуманитарную помощь. И все это, как говорится, сразу мы это знаем, что людям нужно, и стараемся помочь. Тех, кто не оказался на месте, ждали сюрпризы по возвращении. Розы оставили соседкам по комнатам. Крепкого вам здоровья, мира, добра вам, благополучия. Спасибо. Всех благ вам, всего самого-самого хорошего. Спасибо большое.